чуваки! Да, вы включили это видео не просто так. Мы сделаем это, сделаем, хорошо. Вы нас уговорили. И прямо сейчас грузчик из пятерочки! Да! Здорово, брат. Здорово. Чё ты как? Заряжен, приехал вот со смены. Красавчик, что тебя там не уволили еще? Не, не уволили, я взял больничный. Вы набрали 5000 лайков под прошлым роликом. Всем спасибо большое, Буди меня позвал сегодня. Мне пришлось взять больничный, чтобы приехать снова сюда. Надеюсь, меня не уволят. Ну, а если уволят, что будешь делать? Пойду в магнит. У тебя, получается, обратной дороги нету, чувак. Тебе нужно сегодня побеждать. А мы сегодня тебе привели, ну, реально сильного типа прям. Это профикс нашей команды. Все по-честному. Если ты его выигрываешь, то мы тебя берем в команду. Если не выигрываешь, то едешь обратно к себе Хуева-Кукуева, блядь, в пятерочку. Договорились? Договорились. И тут появляется наш профик Егор Родный! Как дела, босс? Да все хорошо. Что делаешь? Егор парень скромный, но он пиздец в порядке. Во-первых, у него пушка страшная. Во-вторых, парень очень техничный. Я уверен, что сегодня он разнесет Виталю, грузчика, просто в пух и прах. Будет 20 мячей, потом один в один и замыкание с навесика, с моего прекрасного. Егор, тебе надо выиграть, понял? Да, я думаю, у Виталия шансов мало будет, потому что я в футболе все-таки не первый день. А он, блядь, первый нам? Да он, я не знаю какой, но я... Дайте ему туалетную бумагу, посмотрим, что он сделает. Еще я просто пятерочку не люблю, закупаюсь обычно в Дикси, поэтому я думаю, разнести его точно надо. Смотрите, перекладина нам, Крокс. Да, и сегодня мячи будут чуть подспущены, потому что наши челленджи самые честные. И мы начинаем. Стоямба, нахуй. Кое-что забыл. Вратарь. Вратарь, это кто? Кто? Угадайте, кто? А вы не знаете, кто. Ёпта, это Дава. Всем Дава. Привет. Наш маленький новый вратарь. Ну как маленький? Сколько тебе? 12? 14. Да ты уже громила, ёпта. Большой уже дядя нам. У тебя усы уже растут, понял? Ты уже как бы серьезный чепочек. Это не усики, а пропуск трусики. Давид. Наш новый вратарь, его приглядел Дмитрий Витальевич на драфте. Ну, сейчас мы узнаем, как ты стоишь на воротах, и подписчики тоже узнают, они еще ни разу не видели. Готов сегодня? Да. На кого ставишь? На ухо скажи. Ты пидор. На Виталика? Да. Почему? Ну, потому на него кэф, знаешь какой? Ну что, вставай тогда на раму. Поехали! Короче, давай такую тему сделаем. Если под этим выпуском соберется 5000 лайков, то мы разыграем твою жилетку. Вот да эту. Нет, ты что, гонишь? Мне как работать? В чем работать? Меня тогда точно кикнут. Ну для пацанов, бля. Для пацанов. Но если 5000 лайков они соберут под этим роликом, тогда на ней распишутся Гуди. Это реально, это жестко. И Гуди еще найдет людей, которые на ней распишутся. Мне кажется, они сейчас просто кнопку лайков сломают из-за твоей жилетки, босс. Это гораздо круче, чем вот это, знаете, эти вот там автомобили, вот этот вот, сектор приз на барабане. Это жилетка от грузчика. Еще на ней расписывается Литвин. Чего? Литвин. А, это твой Кен, да? Мой я видел кореш. Фотку. Ба, да, а да, если да, вы набираете да, миллион да. лайков, мы сжигаем машину Гуди. Охуительное упражнение. 20 мячей челлендж. Как они смотрятся, посмотри. Друг за дружечкой, посмотри, вот это вид. У каждого по 20 ударов. Кто забивает больше, зарабатывает 1 балл. Егор, я на тебя ставлю, понял? Понятно, что не на грузчика. Ребят, ну я сегодня на тренировке так ёбнул, что Гуди сказал, я такой пушки в своей жизни еще не видел. Но я думаю, в игре-то тяжелее это сделать, чем 14-летнему вратарю. Правильно, правильно, выёбывайся. Давай, давай, я в тебя верю. Хорошо. Три. Это что? Ладно, нормально, нормально, смотри за бедом. Сука. Блять, мечи сдутые, ребят. Нормально, нормально, нормально. Спокойно, спокойно. Хорош, блядь. Хорош, хорош, хорош. Оставить ему шанс или? Забивай все, я еще больше забью. Ебать. Да я понял, как надо бить. А мне уже этот мир абсолютно понятен. Ой! Ёп твою мать! Это профик, профик, профик. Ёп твою мать.
Давай, Егор, соберись, блядь. Реально. Ёпт. Дава, в составе нам. Дава, красавчик. Да-да, я. Надо забивать, Егор. Давай. Отлично. Раз, два. Егор, 5 мячей, 5 забить надо. Хорош, Дава. Красавчик. Хорош. Хорош. Давай, Дава, два. Егор, еще два, еще два. Слева бью, чтобы дать ему шанс. Вратарь за меня. Егор, что-то левая слабая, давай справа, ёбни последний. Да нет, смотри, левая гол. Хорош. Красава. Ну, я думаю, вряд ли он забьет больше, поэтому 8. 8? Неплохо, слушай. Неплохо. Это хорошая цифра. Мог больше, я говорю. Ты оставил ему шанс, да, 8 мячей. Я думаю, что он, блин, он может. Думаю, я выиграю. Ну, я уверен в этом, на самом деле. Сколько закинешь? Сейчас закину. Думаю, 9 закину. Ударчик у него неплохой. Я видел, как он бьет, но он 9 может заковырять. Может, может. Но дальше Егор точно его съест. Тащи, тащи! Раз. Хорош дал. Два. Ух ты. Что это за хуйня? Не знаю, блядь. Что это такое, блядь? Это грузчик? Хорош. Уже 3. Давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, руки. Ёпт. Непростой грузчик оказался. Сколько? Я не знаю, уже 5 вроде. 6. Сука. Ролик пошел не по плану. Ты блядь. Давай! Да, да. Видишь, все? После серединки даже все уже выше идет. Да нет. Уже сколько? 8? Блядь. Ты че, блядь? Блядь, ну я вратаря измотал, он уже все не может ловить ничего. Ага. Все, все, сдулся, сдулся. Ой-ой-ой. У тебя еще бонус на есть. Держи на него. Еще бонус. Если еще хотя бы один забьет, то уже нет шансов у тебя, блядь. Смотри, смотри, два мяча. У тебя есть шанс, чувак. У тебя есть шанс. Пена. Он запорол удары в конце. 9! Всего 9. 9! Ты отлично начал, чувак, но в конце сдулся. Я дал шанс. У вас еще бонусный мяч. Бонусный он мяч. Он за 2. Поэтому я оставил интригу, чтобы бонусный мяч все решил. Ага. Ты еще и контент-мейкер получил. Я контент-мейкер. Я шоумен. Отлично. Пацаны, я забрал этот раунд. Это было тяжело. Я это сделал. Все из-за вас, подписчики, из-за вашей поддержки. Я вижу вашу поддержку в комментариях. Очень благодарен вам. Я постараюсь забрать еще один раунд. Я не могу понять, но повезло тебе в одном раунде. Я еще один раунд заберу. Подписчики, эта победа будет для вас. Так, ну что, козлы? Я вижу, там лайк уже въебали, это радует. Теперь второе задание. Это один в один. Тут как бы без вариантов. Как бы или ты можешь, или не можешь. Вот и все. Да-да, нет-нет. Ребят, у вас по 7 попыток. Я буду зацепляться за него так же, как за каждого вора, который ворует пятерочки. Давай, растыгни. Растыгни, я говорю. Поехали. Да ёпта, грузчик, блядь. Давай, по объявлению давай, понабрали, блядь. Здорово, здорово, 1-0, хорош. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Поехали, козлы, блядь. Все понятно, да. Все понятно. Да, ребят, ну все понятно после этого обыгрыша было. Я этот финт еще в школе прочитал, поэтому даже говорить нечего. Правильно, правильно, выебывайся. Спрашиваем у вратаря. Давид. Был? Вратарь скажет, не было. Не было, не было. Мне кажется, чистый гол. Давид сказал, не было. Давид не врет. Не было, но было близко. Мне круче, как передача. Давай, надо.
Егор Родный, профик, покупайте его из козлов, ёпта. Очень дорого будет стоить. Трансферная цена какая? Да хуя. Да, да хуя. Я фейкую, чтоб он подумал, что я ничего не могу. В итоге вот видите, конца ударов, что будет. Бля. Да, отнял. Поле хуёвое. Играй, хорош. Грузчик непростой оказался. Ставка горит? Да, чуть-чуть. Понятно все нам. Вот это вот, блядь, это вот мы и вставим как раз таки. Галик у меня, больной галик. Как он это сделал, блядь? Что это? Тин Гатагова. Не касаются. Пока Гатагов с мячом. Тройной тулуп. Ребят, хотел как-то покрасивее его навозить, там радуга, может не радугой. Но он вроде непростой грузчик оказался, поэтому задача сейчас парочку забить, потом уже какую-нибудь красоту исполнить. Грузчик непростой, а золотой. Сука, ёбаная деревяха нахуй. Ребят, как видите, просто шанс ему даю, чтобы он в себя поверил. Ну, все-таки парень из Екатеринбурга приехал. Это Криштиану Роналду сортировочного разлива. Я хочу с тобой разговаривать после этого, понял? Ну, мяч, во-первых, квадратный. Заебал, голова у тебя квадратная, нахуй. Во-вторых, мяч, блядь, во-вторых, все нормально. Поле кривое. Ты профик, блядь, профику не должно ничего мешать, нахуй. Что за футболисты? Один мяч прокидывает, догнать не можешь, другой не попадает. Ну, какая зарплата у тебя в пятерочке? 27 тысяч рублей. 27 тысяч рублей. И ты ебашишь, блядь, сутки, нахуй. 12 часов? Слышь, у тебя какая цена на трансфермаркете, ёпта? 200 тысяч долларов? Ну, была, наверное, раньше где-то так. Что это за хрень? Они все профики зажравшиеся. Мы пацаны трушные, которые работают просто за ну, значит, небольшую значит, монету. Ты будешь, блядь, мы. За 27 Паша. Будешь тоже работать, значит. Нет, если 27 выиграешь, не устроит меня. Нихуя себе, вот блядь! Вот это заявление, нихуя блядь! Нихуя себе! У нас самые честные челленджи. За сколько буду играть? Ну, мне положат чек. Им будем думать. 27 500. Ну. Чек на кассу и все, вот и полетели. Вот. Пацаны, дал шанс профику. У меня все равно еще один выход. Тебе надо забить сейчас. Понял? Понял. Бери просто под правую и ебни, и все. Без винтов. Думаешь? Да. Хорош. Мой пацан, козел, блядь. Прочитал мою установку? Да, я все слышал. Нормально, ничейка. Ну и что? Бонусный мяч? Он за два. Пацаны, давайте, кто еще не поставил лайк, остановите видос, спуститесь, поставьте лайк, напишите комментарий, кто в итоге выиграет. Это решающий. Если я сейчас забиваю счет 2-0, и остается один челлендж, так что я выиграл. Так что оставьте свои комментарии, я все читаю, всем благодарен. На пятку наступил, посмотрите, вар. На самые честные челленджи. Егор сказал, не было. Не, да хочешь видео посмотри, даже не было, честно. Хорош. Ушел. Спокойненько. Оп, забил. Красивенько, да? Вот это вот. Оп.
Играем, играем, играем! Играем! Хорош! Это хорош. Футбол, братишка! Ну, блядь, честно, заставил понервничать. Честно, да. Ребят, скажу честно, не ожидал. Че, ты проиграл, блядь? Третий пенальти было вот... Яй, рассказывай своим. Ребят, пенальти. Можете смотреть все повторы, там, вары, заказывать международных судей, но не было там ничего. До там все свидания! Было. Всего хорошего! Третий челлендж! А мои навесики и, собственно, вы забиваете. У вас по 5 попыток. Если ты выигрываешь, мы тебя берем. Да. Потому что они насобирают там лайковщиков, а я останусь. Не знаю, там твой район голосует за тебя где-то там туда-сюда. Но если они меня возьмут и 5000 лайков не будет, на видео я не приеду сюда больше. А ты, бля, если проебешь нахуй, то сразу на банке, ёпта. Блять. Начнешь, бля, сезон. Понял? Вот это мотивация, ребят. Я этого не знал, только давай, в третьем челлендже слышал, поэтому. Егор, ты первый начинаешь. На самые честные челленджи. Никаких сомнений быть не должно. Один есть. Осталось два мяча. Надо забить. Издеваюсь, грудью забиваю. Ха-ха, профик. Он дал тебе шанс. Спасибо, Клим Саныч. Старались. На самом деле, этот малой, он хорош. Ему всего 14 лет, а уже тащит. Я считаю, он заслуживает лайка. Пишите комментарии, как вам парнишка. Ай! Че угасишь? Пожестче даю чуть-чуть. Нормально? Моя! Сейчас прям идеальная передача в нос. Слышь? Было. Два мяча осталось у тебя. Давай, на голову хоть один. Один есть. Один мяч, от которого зависит его судьба реально. Его будущее. 2-1. 90-я минута. Последний челлендж. Виталик Вотев, грузчик из Пятерочки, выходит на поле. Получает передачу и не забивает, друзья. И не забивает, друзья. Пацаны, ну я старался, я что мог делал. На самом деле это профик, но я считаю, что я хорошо себя показал в этом челлендже. Так что, ребята, всем спасибо за вашу поддержку. Я чувствую огромную поддержку. Как бы сильны мы не были, поддержка нас делает еще сильнее. Так что всем безумно благодарен за поддержку. Сегодня я проиграл, я признаю это. Но я сражался до конца. Проигран бой, но не война. На самом деле, по идее, закончилось так, как должно было быть. Странно, если бы грузчик обыграл бы профика, но стоит отметить, что Виталий в огромном порядке. И я надеюсь, что у него получится проявить себя еще как-нибудь. Егор, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты заслуженно выиграл. Да. Ты красавчик. Но надеюсь, Дмитрий Витальевич не будет смотреть этот ролик. Потому что были неудачные моментики, если честно. Ты доказал, что ты профик. Ты победил. Я на тебя ставил. Йоу, козлы, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы продолжаем снимать охрененные штуки для вас. Я уверен, что вам понравилась эта движуха. Ну а ты едешь домой, брат. Ребята, я проиграл сегодня. На самом деле очень расстроен. Я сделал все, чтобы победить. Но не получилось сегодня. Сегодня не мой день. Медиалига очень круто. Но не знаю, останусь я или нет. Все будет зависеть от руководителей команды. Я хочу остаться, но, скорее всего, я не останусь. Поеду в Екатеринбург, буду работать дальше. Но жизнь на этом не заканчивается. Будем работать. Мне выпал такой шанс, да, я его сам профукал, но ничего страшного, будем работать дальше, также верить в мечту, возможно, это когда-нибудь снова повторится, а может и не повторится, буду верить и работать, а дальше уже, как преднаписано мне, так и будет. Всем спасибо, дорогие друзья.